прыжки в длину, высоту и бег на разные дистанции. В Самаре прошел открытый кубок по легкой атлетике в помещении. Два дня 400 спортсменов со всего региона боролись за звание лучших. Четыреста человек, спортсмены со всей Самарской области, зимой продолжают сезон соревнований. В открытом кубке по легкой атлетике в помещении принимают участие как юниоры, так и взрослые. Причем многие уже титулованные. Я занимаюсь с 11 лет, уже, можно сказать, 9 лет почти. Мы вот приехали недавно со сборов, готовились к этому предстоящему зимнему сезону. Было два сбора в октябре, в ноябре. А сейчас просто это как уже начинать надо соревнования, постепенно распрыгиваться, первые старты делать. Бег на 60, 200, 400, 800 метров и на 1,5 километра. А еще прыжки в длину, высоту и тройной. Соревнования проходят два дня. Победителям медали и грамоты. В этом году у нас прошел чемпионат России в Жуковском летом. У нас 3 золотые, 1 серебряная медаль. Я считаю, что это очень неплохо. Как обычно, в числе первых 10 регионов в России мы всегда. Открытый кубок по легкой атлетике в помещении – соревнования традиционные и своего рода подготовка к предстоящему первенству Самарской области, на котором будет сформирована сборная для участия во всероссийских соревнованиях. Мария Шпакова, Дмитрий Столяров, Новости губерния.